Всем привет, с вами я, Полина. И сегодня мы будем проверять всякие лайфхаки с ножницами, со школьными принадлежностями. Ну что ж, если ты еще... Ну что ж, поехали. Ну еще одна новость. Если ты не подписан на мой инстаграм, то ссылочка будет в описании. Ну не ссылочка, а я просто напишу. Ну потому что мне так легче. Ну, то есть, я вам напишу в описании мой инстаграм. И первый, как пранк, наверное. Все знают, что такое пранк. Карандаш. Укрепитель ногтей. Это тут по-моему, я здесь вниз. Укрепитель ногтей. Что, как связано в лайфхаке, там видите, нужно открыть его. Если нам где-то дают, не намазать. Все. Просто положить руку. Должно высохнуть. Он не должен писать. Вытрите ненужный лак. Итак, попробуем. Ну, как я видела, этот лайфхак не работает. Потому что, смотрите. Ты его вот так, вот ты его вот так. А следующий лайфхак поможет надеть карандаш. Просто вот так вот. Берем правую часть, левую часть, правую часть, левую часть. Ну, теперь еще и опять правую. Вот этот лайфхак уже работает. А следующий лайфхак связан с тем, что у вас плохо работает ручка. Она у вас откручивается. Вот, например, как у меня. Ну вот, например, вот она ваша ручка. И вот когда вы пишете, мне просто сейчас образно покажу. Для начала ее нужно как-то открутить. Итак, я все-таки не знала, что делать, и вот поэтому. И вот если у вас вот так вот ручка, она у вас нифига не пишет. Просто подложите под нее бумажку. А следующий лайфхак заключается в том, что типа мы можем заклеить скотчем, чтобы. Там ничего не лезло. Итак, приступаем. Вот так вот у нас должно получиться. А теперь попробуем подточить карандаш. Он нифига не точится. Кажется, это... Чего вы стелишь-то? Кажется, этот лайфхак как... работает. Мы дальше вот так вот крутим, а ничего не срабатывает. Вот видите, такой карандаш и остался. Сейчас я вам покажу. Например, у вас сломанный карандаш. И вы хотите его подточить. Ламбер подставил вот это. Его не можете подточить. Карандаш такой и останется. Придется вам писать грифелем. А следующий лайфхак сейчас в том, что типа вы можете на уроке крыть ручку. Ну, сейчас вам покажу тот прошлый лайфхак, потому что вторую ручку у нас не получилось. Например, вот так вот. А
у вас нифига не пишет. Поставьте под нее бумажку, все. Ну, а следующий лайфхак сейчас в том, что вы можете есть на уроке. Чего охота поесть? Берете мастику. Наберете наушники, естественно, если вам хочется послушать музыку на уроке. Обматываете ручку. Вот так вот. Подключаете телефон. Вот так. Включаете телефон. Слушайте музыку. Все у вас записано, и вы пишете сочинение. А следующий лайфхак мне очень понравился, потому что ручка-карандаш. Так, откручиваем от карандаша все. Тем временем берем грифель от ручки. Не боясь, просовываем его. Единственное, что вам не пойдет, это вот это. И если у вас нормальный карандаш, то у вас все пойдет идеально. А так это для таких ручек простая фигня. Только карандаш сломала. Ну, короче, с вами была Полина Репина. Ну, на канал I Love You Bar. Скорее бы у меня было миллион подписчиков. У меня только пока 10. Ладно, с вами была Репина Полина. Всем чао!